объяснялось в том, что касается семейной жизни, из-за того, что в современных семьях у мужа и жены уже были какие-то сексуальные опыты, они не могут полноценно быть привязанными друг к другу. Woman's mentality is that the first person she meets, she will fall in love with that person. Therefore, the Vedic culture suggests she should marry as early as possible. И вот психология женщин такова, что первый мужчина, с кем она встречается и близко общается, она в него влюбляется, именно поэтому в ведических писаниях есть предписание, что женщина должна выходить замуж как можно рано. He mentioned that his wife was 12 years old when they were married. И Шрила Прабхупада упоминает, что его супруге было 12 лет, когда они поженились. And he studied the Western mentality of how boys and girls mixed so freely. И вот он также делился тем, что он изучал западный менталитет и то, как свободно общаются мальчики с девочками. And there was one carpenter who would come and see Prabhupada often to do some service. И вот был один плотник, который часто приходил к Шриле Прабхупаде для того, чтобы совершать какое-то служение. И Шрила Прабхупада как-то ему порекомендовал жениться. He said, "Yeah, it's better to remain single and just have some girlfriends." И вот плотник ответил, что из-за того, что он не может найти верную целомудренную жену, ему лучше оставаться одному и, может быть, просто иметь каких-то подружек. And Prabhupada concluded. И Шрила Прабхупада сделал вывод. Yes, when milk is available in the marketplace, who keeps the cow? Он сказал следующую фразу: когда у вас есть молоко, доступное молоко в супермаркете, то зачем ухаживать и содержать корову?